И снова всем здрасте. Привезли меня на гору, на большую. Показали, куда идти. И я вот топаю потихонечку. Решил за опятами загулять. Есть они, нету. Сейчас будем делать, посмотреть. Говорят, что вообще-то пошли. Вот моя дорога. Я иду туда. Вот первая березина. Я вижу, она без опят. Нету. Машины здесь не ходят. Здесь только квадрики. Иначе не подняться. Все истоптано. Тропинки туда вон вправо в основном уходят. Тут уже все обижали, скорее всего. Ой, лишь бы Мишаня не приперся. А то у нас мужика схавали в одном районе. Вчера смотрел, показывали, прислали, короче. Застрелили, правда, его. Ну, что толку-то, мужик лежит уже, все, разорванный. Не знаю. Вот сюда буду сворачивать. Сейчас первая тропиночка, и я вправо пойду. Вот такая здесь дорога. Ну, пока ничего хорошего не вижу. Неплохого. Ну, а что? Что будет, интересно? А вот тропиночка моя. Вот она. Все. Теперь по ней до самого низа. Сейчас я по гриве по самой топаю. Все. Будут грибочки, покажу росточки от них. Ну вот, ребятки, первые опятки. Ну вот, ребятки, первые опятки. Вот такой пень мне попался. Тут еще один был хороший пень, но там уже кто-то вперед меня прошел. Итак, ребята, первый урожай мой. Сколько насобирал. Маленькие, хорошенькие. Прям грохоченые. Вот такие вот примерно они. Ну что, пойду дальше. Тут елочка. Сосеночка. Вниз не стал спускаться. Там даже пней не видать. Все в траве. Пойду по так вот. По склону, вот поэтому. Ой, буераки голимые. Там Мишаня нагадил. Прям на тропинке накакал. Навалил такую гору. Я уж снимать не стал. Ну, ладно, пошел дальше. О, какие ядреные стоят. Но они нам не нужны такие. Пусть они дальше стоят. Может, кто-нибудь их истрескает. Ну вот и все, наверное. Вот пень хороший. На нем тоже ничего нету. Вот лежит. Тоже ничего нету. И вот лежит, тоже ничего нету. Я к этим пням уже устал носиться. Вот что собрал маленько. И все. Калинка вот такая вот. Она еще грубенькая. Ну что-то тоже ее маловато. Смысла идти дальше туда я не вижу. О, капа.
на березке сидит, какая хорошая. Она мне не нужна, эта капушка. Вылаженную ее на гриву, она тут недалеко у меня. И пошел я назад, в сторону дома. Все. На жареху насобирал. Хватит. Хорошего помаленьку. Соленый у меня еще есть с прошлого года. Не дотрескал. Ну вот, что бы на этом пне не сидеть им. Ну нету. И вот так вот к каждому подходишь, а тут тютюляли. Бука съела. Так что вылажу я с этого леса. Надо ждать еще маленько. В других районах уже рвут. Вот грибочки есть. Такие вот. Но они мне такие, что-то они нужны. Ноги бить почем зря. Короче, я не пойду никуда. Все. Березяка. Все уже желтенькое. Все уже осень у нас. Вот, все, пожелтело махом, прям махом. Да ноги сами сворачивают, еще вниз сходить, где не был. А тут как нарезанная, как дорога вроде старая была. Ну вот пенечек хороший. Чё бы на нем не сидеть грибочком. А нету. Вот еще один. Он кочевряжно торчит. Все, нефиг тут делать. Короче, на жареху насобирал. Сейчас Сереге половиной. Или сжарим сразу. Тут дача недалеко. И сразу начинается тайга. Вот тропиночка моя. Я могу по тропинке идти, а могу и не идти. Могу влево свернуть. Там опять нафиг вниз спускаться. Фух. Лучше я потихонечку так на дорогу выйду и потопаю по тропинке. По дорожке по той, по которой пришел. Тут аллейка такая. Как заходил, так и выхожу. О, хотел же Мишаню снять, как он там насрал. Но возвращаться не буду, здесь метров 200 вниз. Нафиг мне это надо. Пусть лучше мне попадается его помет, чем он сам. Фух. Видеть его не хочу. Я его из соски не кормил. Ну, как-то так. Фух. Поясница отваливается. Пока насобирал вот этих вот. Маленьких. Малышей.
Ну все. Всем пока. Подписывайтесь на мои площадки, на другие, так как YouTube замедляет Роскомнадзор. Ссылки будут в описании на Рутуб. Я туда почти все перенес уже с Ютуба. Но с Ютуба не собираюсь уходить, повторюсь. Вон там вижу пень. Пойду-ка я к нему подойду. Может быть, он чем-нибудь обрадует меня. А, тут их два пенька. Да не два, их тут много. Ну, я вижу, что на них нет нифига. А на этих двух тоже нет ничего. И на тех нет. И на этих нет. Ну-ка, пойду назад маленько. Все-таки тянет меня куда-то. Нелегкая, тянет. Ну, ё-моё, сейчас опять спустишься. Ну, ладно, пройду чуть-чуть. Еще два пня. Тютю. Пустые. Вот он. Один пустенько. Вот второй. Тоже нет грибочков на нем. Под березкой не видать. Ну что, к этой хальшине сходить, спуститься? Не пойду. Потом вверх ползти. Вот так бокером пойду, пойду потихоньку. О, еще валяется одно. Осина. А тут вот целая тропинка. Там уже все проверили без меня. Вот я отсюда не вижу, а подходить ближе тоже смысла не вижу. Так, сейчас тут должен еще мне попасться пень. Ну и куда идти? Тропинка вверх идет и вниз. По какой меня валить? Влево меня склонило. Где-то я тут рвал. Только не помню где. Куда? В чащу лезть? Или обойти? Нет, там делать нечего. Ты сейчас свалишься оттуда, опять ползти вверх. Не, пошел я сразу вверх. Ну все, на этом, наверное, заканчиваю я эту эпопею. Вот сюда сейчас полезу, вот так вот. Куда кривая выведет. Что-то я подумал и перешел я на другую сторону. Время-то еще маловато. Пойду я пошатаюсь. Вот тут нашел такую тропу. А вот березяка большущая. Пойду я до нее спущусь. Кто здесь такую тропу набил? Непонятно. Тут круто. Круто здесь. Вон еще пни. Вот к ним надо сходить. И что-то меня вот тянет вон в ту степь. Туда хочу. И там где-то поблукать. Но это не точно. Сейчас к этому подойду пню, потом к тем схожу. А там видно будет. Есть грибы на этом сухостое, только вот такие вот. Вот такие вот грибочки здесь есть. А то, что мне надо, нету. Вот такие есть. Но этот пень для этих, как их называют,
Красивый. Для дятлов, короче, это пень. Да. Ёкалы мене. Мне ж потом лезть в эту вот горищу снова. Она крутая гадина. Ну ладно. А по-другому как? Были бы крылья у меня, я над землей бы летал. Пришел я к этому пню, траву раскидал, а тут вот такие вот ребята сидят, демократы, и просятся ко мне в ведро. Сейчас я их быстренько соберу. Где еще тут пни? Вон еще два пня торчат. Вот еще к ним поползу. Вот такая вот мне попалась выгоревшая березяка. Здесь, значит, пожар был. Она еще крепится, держится, не упал. Под ней ничего нету. Сейчас еще вот к этой подойду. А вот тут кто что видит? Я вижу с понтом. Вроде как Змей Горыныч. Вот он, змеюка. Кто-нибудь что-нибудь другое поди увидел? Расскажите. Фу, не уменьшает что-то. Вот так. Сейчас еще к ним подойду. Сейчас вот под это еще проверю. Пойду к тем. А потом от этой. Фу, бляха. Круто. Здесь круто сильно. Смотрите. О, здесь есть грибочки. Вот они. Такие вот. Но это ж не наши. И вот еще один такой же есть. Это ложный опенок. О, кора уже отваливается. Ё-моё, там муравьи. Все. Так еще здесь проверю. Нету ничего. Ну, а вон мой пень еще. Вон к тому хочу загулять. Вот он. Надо к нему спуститься. Фу, а пока к этому веду. Пень пнем, а на нем сидит моряк. Я к нему не буду даже подходить. Я потихонечку буду отходить. Дракоша. Вон. Оса, короче, там сидит на нем. А вдруг там гнездо у нее, а это сторож. Они меня тут отбуцкают. Где-то пила гудит, циркулярка. Фу. Вот пенек хороший, но он без никому. Пойду к этому. Ох ты, ёкаламэна, что мне попалось. Крыжовник. Шиповник. Ё-моё, я его сейчас подаю весь. Мне шиповнику надо. Маленько есть? Ладно, некогда мне. Потом, если что будет хорошее, интересное, покажу. В общем, я ушел от этих двух пней. Я даже копаться под ними не стал. По той простой причине, что там находятся осы. И в первом пне, и во втором.
А мне с ними конфликтовать ну никак не надо. Они хорошие полосатые моряки, но они хорошие до тех пор, пока тебе не влупят. Так что мы разошлись пока мирно. Не знаю, что дальше будет. А дальше я ж хотел туда он идти, назад. Мне надо к другому пню идти. Если там еще осы, стараюсь идти вот так вот по тенечку. Потому что уже я спекся весь. Вон к тому пеньку мне надо. Вон к тому пеньку мне охота подойти. Вот отсюда я не вижу на нем ничего. А может там внизу что-нибудь есть. Да и вот еще коряжина здесь лежит. Сейчас ее проверю. Ладно, пошел я. Вот такая вот огроменная сосна подо мной. Но она пустая. Нет на ней ничего. Ни одного грибочка. Вон у нее камелек. Так, надо слазить с нее, пока я не рухнул. У меня путь к березке. А там тоже эти черти летают, полосатики. Я их отсюда вижу. Ну, ё-моё. Все равно подойду. Сейчас зашторюсь весь и подойду. Не дают они мне подойти. Они вот, да, вот вниз, прям штук 5 сейчас залетело. И вылетело пара штук. Вон они, вылетают. Это не мой пень. Это их пень. Фух. Я на самом низу. Мне осталось болото перейти. Фу-ха-ха. Или не переходить уже. И так и тянуть потихонечку. Низом, низом. Может, где-нибудь что-нибудь и сплеснется. Но я думаю, навряд ли. Потому что здесь никаких признаков опять нет. Вот он, пенище торчит, он трухлявый весь. Я его пнул несколько раз, с него все посыпалось. Да и туда перелазить, какой резон, я вижу. Никакого нет. Пней не видать. Как быть? Ой. Ладно, буду думать. Нашлялся. Устал, как падла. Еще давит гадина. Жаба. Нет в этом лесу ничего. Ни грибов, ни ягод. Осень уже, вон, желтая все, почти. Березы вон на той стороне уже лысые. Ой. Все. Сваливаю я. Часа 3, наверное, убил, 4. И все. А там он, дымка, туман какой-то стоит. Или топят что-то. Или горит что-то. Все, домой. Вот такой цветочек мне попался. Кандыки, не кандыки. Расцвели. Непонятно какие-то.